Всем привет, ребята! Мы находимся сейчас в таком зале, где все кушают геймеры, где все тусят. В принципе, это вот такой вот зал. Давай немножко пройдемся, покажем, как вообще здесь происходит все. Тут можно похавать. Все это бесплатно для геймеров. Вот такие вот вкусные печенюшечки тут есть, кексики. Вот. Также тут есть большой выбор мороженого на любой вкус и цвет. Можно взять вот такие вот большие бутерброды. Йогурты, пожалуйста, обращу внимание, что можно покушать разные йогурты. Тут особенно заботятся о йогуртах, протеиновые йогурты. Вы спросите, почему? Потому что рядом здесь есть огромный просто тренажерный зал. Там очень много геймеров там занимаются. Мы, кстати, обязательно это пойдем поснимаем и посмотрим, какие же мускулистые на самом деле настоящие геймеры без футболок, которые занимаются в этом зале. Ну и водичка, наверное, понятно, да? Тут газ, без газа, 7-Up, Pepsi. Все, что хочешь. Тут идут небольшие такие снеки, вот, там чупики. Кстати, вот эти все вкусные штучки, вот эти, обращу внимание, они необычные, то есть желебончики там всякие. Хочется прям что-нибудь заточить. Просто посмотреть игры, потому что здесь по всему залу есть плазмы. Три раза здесь есть завтрак, обед и ужин. Здесь приносят уже хавочку. Такую более плотненькую. И что здесь есть у нас из развлечений? Пошли посмотрим, какие здесь есть развлекухи. Здорово, братушки. Здорово, что вы там купили? А, набрали. Они уже с сумками, короче, ходят. Сразу взяли сумки и снеков туда набирают. Так удобненько. Кто хочет побольше покушать. Можно вот поиграть в футбол. Можно поиграть вот, в бильярд. Погонять на гоночках. Ну и дальше уже, собственно говоря, мы если выходим из этой комнаты, то мы попадаем в зал, где происходит уже все тут медиа, и, собственно говоря, здесь рядом непосредственно сами команды уже играют. У нас скоро игра, ребят, с Астралис. Мы как бы думаем, что это будет Инферно, но есть шанс либо Трен, либо Мираж. Он придет. Вот, чуваки готовы. Ладно, ставьте лайки, движемся дальше. Где это мы? Это стадион английской сборной по регби. Английской сборной? Да. Ого. Ну реально, заходишь, а у тебя тут практикум. Он, короче, стоял с трейфиком на хаешке, понял? Я залез на этот ящик, он откинул хае, и она мне 30 хп прям сняла, он вышел со скайпа меня вниз. А у нас интервью с Гвардианом. На самом деле, тебя очень любят мои подписчики и вообще русская аудитория, потому что помнят. Помнят, как ты тащил за Нави, и я думаю, что болеют за тебя. Сколько у вас буткэмба, с какого числа? Ну, с 20 до 20, ну, восток, по-моему. 6 дней, 7. Угу. Начал я очень хорошо, я скажу так, что, ну, мы играли где-то 13-14 часов в день. Это очень много. Начинали 12, а там закончили в 11. А, правда ходят слухи, что если вы проиграете мейджор, то у вас может быть составом какие-то будут изменения. Это я не знаю. Если бы мог сказать, не скажу, но скажу так, у нас все хорошо, и я не думаю, что у нас будет так. У вас в команде играет Трейн и Ника, это два игрока, которые выделяются. Мог бы ты сказать, что у кого-то из них есть немного звездная болезнь? Ну, я скажу так, всегда будет. У Рейна, я честно скажу, у Рейна нет. Когда есть жесткий, самый жесткий игрок, с одной стороны, например, Нико есть, да, а там с Боснии, и Саня с Украины. Всегда будет такое, что они думают, что они сами жесткие, и ну, по-другому будут думать. Как... Есть уже такая информация, и все уже давно об этом говорят, что есть такое понятие, как Grand Slam. Вы имеете 3 очка, да. И по Grand Slam, кто получает 4 Grand Slam очко, тут 4 собирают, тут получают $1 000 000. Вы сейчас имеете 3, имеете шанс, потому что на этом DreamHack разыгрывается Grand Slam. Со мной готов, если выиграешь Grand Slam, купить мне MacBook, этот, получается, Apple MacBook. Если я выиграю? Да. Конечно. Не, серьезно. Ну, серьезно. Да, ну да, я могу за себя сказать, что если мы выиграем, так произойдет, то я тебя тоже готов купить. Да? Да? Все, мы заключаем с тобой пари. Да, ну, по крайней мере, там, в Na'Vi ты играл очень долго, да, и вот сейчас играешь в Face. Чего не хватает, что наоборот нравится и что можешь посоветовать СНГ командам, что можно поучиться вот, можно сказать, там, буржуйского менталитета, там, буржуев и так далее. Ну смотри, я скажу так, в Na'Vi у нас было почти все, только менталитет не был. Знаешь, там, например, у всех была какая-то проблема, там,
в жизни, или поиграет там рейджил кто-то, или недоволен с кем-то, как он играл. А у нас в ФИСа такого нет. Есть все, знаешь, никто не говорит, о, вот ты играешь плохо, ты такой, тебе надо убрать. Все так, как у меня. Ну, такой хуйни нет. Спасибо всем фанатам. Ну и что, против кого вы завтра играете? Против Маус. Ну что, разъебе. Не хочу сказать, что разъебем бомжей, потому что я сказал, не раз просто... проиграли финал мажора. Но тебя, ну вы разъебете бомжей в любом случае, да? Не, ну, давай. Постараемся. Я. Давай, братан, давай, рад был с тобой вообще пообщаться. Все, Жак, тебя выгнали, ты ушел, брат. Я не могу находиться с телефоном за спинами игроков. Но внимание, я могу находиться с телефоном вот здесь. Не, ну могу сейчас. Есть отличительная черта у этого мажора. Очень плохие компы стоят в практике. Здесь компы стоят получше. Не такие, как в основном используют игроки, но получше. И поэтому, когда ты попрактикуешься немножко в практике, ты приходишь сюда, и тебе уже гораздо приятнее. Я вам просто... Вы просто проходите. Вы то же самое делаете при Ноа. Раунд Зевса. Назови его раунд Зевса, чтобы понятно. Да, нет, у тебя одной кнопки нет. Я такой. Я проебал одну кнопку. Егор, пивкой, бля! Здравствуйте. Вето ферст парс, парс. Нажимай, нажимай вето ферст. Нет, давай, все, вето ферст. А ну подожди, 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 вето ферст. Нет, парс, парс, парс. Тихо, подожди, сейчас самое интересное. Собрались. Играем инферно. Ну что, удивительно. Карта будет. Надеюсь, поливает. Давай прикольная цель. В принципе. Они на ней 100% не уверены, мы тоже будем бороться. 6 минут, пацаны, гоу! Вижу цель! Не вижу препятствий! Я в тройке. Дайте, идите сюда в тройку, ко мне в тройку! Егор, иди сюда в тройку. Апни мне, Егор, да, давай. Апни. Не в зим, не в зим, надо выжить. Еще в дымон. Взял. Найс! Хорош! Хорош! Что ты не стекло попадаешь? Он не успел! Он не успел! Найс! Все, нормально! Давай, давай я им дам болото, они потушат, и мы не будем на банан даже тратить. Всем прошу! Найс! Аупай, аупай, дай кто! Красавцы! Взял, взял его! Куринка. Всем, Эдвард, куринка! МПК, МПК! Даю флеш курилку! Куринка! А живу, я красный! А вы бы... Я взял, Найс! Взяли АВП! АВП! Я в контроле по центральному. Наверху!